Героям Великой Отечественной войны, тем, кто ждал и верил, посвящается. Подлинные письма защитников Заполярья в специальном проекте телеканала «Арктик ТВ». Здравствуй, дорогой папа. Сегодня получила от тебя письмо, за которое тебе от всего сердца благодарю. Этот день для меня с Павликом является праздником. Мне исполнилось уже 19 лет, а Павлику 17 лет. Как все это бежит незаметно. Давно ли мы были еще совсем пацанами, которые то и дело ссорились, а сегодня уже не то. Жалею, что не пришлось нам этот день отметить всей нашей семьей, как это мы делали раньше. Но я думаю, что после войны нам все же удастся отметить этот день так же, как и твой, и мамин, и Тамарин.